привет! С вами Оля. Даша. И сегодня у нас будет смузи-челлендж. Я очень боюсь, потому что тут самых таких, конечно, у нас еще... Там, много чего, в общем. Да. Ну, как много? Вот. Нормально. Они просто маленькие. Для нас это нормально, потому что это первый челлендж смузи. Потом мы еще будем делать у меня дома его. Ладно, и давайте приступим уже, чтобы время не теряли. Да. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты. Так. Яблоко. Надеюсь, мы будем... Раз. Это груш. Это ой, груша. Значит, грушка. Я просто путаю их, они очень похожи. Раз. Два. И давай полосочку. Это же полоска. Это сыр. Пардон. Так, вот у меня столько яблочек. Так. Мешать. Что такое? Майонез. Майонез. Вот, вот прям чувствовала я с жопой, что... Можешь добавлять сколько хочешь, конечно, но желательно не прям такая доза маленькая, чтобы была. Допустим, вот такая маленькая. Вот. Это нормально. Но майонез, он такой сладенький, хотя. Ты еще сколько? Чтобы было пожиже. Так. Да хватит. Ой. Кетчуп. Капуста. А, блин. Че? А. Так, капуста у нас квашеная. Вот она. Такая вот большая. Это надо ложечку. Капуста квашеная с морковью. Ой. Соленый бочковый по-домашнему. Какой его еще подкручивать? Так, сейчас я подвинусь. Ай! Мне нужен нож. Подожди. В общем, сейчас она откроет ее, и мы приступим. Можно мне нож? Итак, вот я одела очки, просто мне плохо видно. А я прям... Блин, Даш! Подождите. В общем, вот я сейчас навалила, вернее, Оля мне помогла, и довольно так прилично. Вот. Итак, я тут капусту это поедаю. Скажите, у меня вот это и так было, как у учительницы. Мне очень идут они. У меня тоже есть очки. Вот, в общем. Ну, я. О. Дай мне чуть-чуть. Вкусненькая. Что там? Яблоком. Так. Перец чили. Угу. Дождались. Блин, Даш, ты... А. У меня два только. А где перец чили? Так это что же? А. Перец чили. Вот еще яблоко. Это груша. Она сама упала. Вот яблоко. Нет, это груша. Где перец чили? Подождите. Итак, блин, очко. Блин. Давай. Вот, в общем, вот такая вот полосочка перца чили, довольно приличная. Не знаю, какой он будет на вкус. Честно говоря, как-то не очень. Еще я очко. В общем, Оля, бери. Чем? Ольга Александровна. Ладно, может, мне пока что взять? Нет. Это груша. Так. Просто за... Ой, это я у себя беру. А ты еще грушу писала? Я? Тогда да. Тебе две будет. Потому да. Что у тебя яблоко. Так, кетчуп. Угу. А вот это уже слаще. Молчу, молчу. Давай побольше. У меня вон сколько майонеза. Смотри, сколько у меня всего. Все. А у меня дольше будет это. Так. Далее я. А! Я! Давай бери, мисс Оля. Так. Конфета. Сыр. М-м-м.
Наверное. Мне, знаете, что кажется? Он будет таким полезным более. Кетчуп, да? Полезно? Нет. Я имею в виду это сам напиток. Ну, с майонезом я не представляю в жизни. Так. А, ты берешь. Я? Ну, бери. А, ты сырный? Так. Кетчуп. А ты еще майонез писал? Рафаэлла. Целая мне. Блин, так охота ее откусить. Можно откусить? Нет. Блин, Даш! Слишком сладко, я бы ее так не съела. Я всегда водой запиваю. Так, что это? Холодильник остановился. Яблоко. А у нас больше яблока нет. Да. Так, далее. Горошек. Вот я говорила же, ложку надо. Нет, можно и ложком. Так. Две ложки достаточно. Дай мне тоже. Подожди, тихо. Итак, ты берешь. Игрушка. Так, один кусочек брать или все? Все. Так. Очень страшно. Смотрите, какой у меня и у нее. Мне кажется, у нее поменьше как-то. Конфета? Да. Ага. А мне я ее съем? Нет. Хлоринг съешь все. Она красная. А там не зеленая была. Да? У меня тоже попадалась красная. Беру. Не пытайся снова вернуть. Бери. Да вообще это ты сейчас берешь. Я только что конфету взяла. Ну а я грушу. Яблоко. Горох. А яблока у нас и нету. Оля, у нас яблока нет. Это ты писала, потому что столько. Ну, у меня там второй кусок, ладно. Я писала 3 раза яблоко. 4. Мне страшно. Мне тоже. У нас такие мерзкие вообще. Так водички не находите. Чё? Оля, вот. Блин, вот главное, чтобы молоко... А хотя молоко мы и так нальем друг другу, так что... Потому что, чтобы жиденько было. Ну, вообще, по-любому будет жидко, потому что... Не, молоко как бы для коктейля все-таки. Ладно, дальше. Ты ходишь. Ты. Не пытайся снова вернуть. Пей горох. Погоди-ка. У тебя молоко. Молоко. Ой, но... кинула туда. Я себе тоже сейчас налью. Подожди, это в конце. Так, я боюсь. Даша, мне страшно. Так, я уже знаю, я делала смузи, сколько надо добавлять примерно. Так, нормально. Все. Так. Фу, как мерзко пахнет, понюхай. Фу! Яблоко! Так. У меня горохом пахнет. Горох. А у нас этого не было, Оль. У нас этого не было. Это ты писала столько. Да, я это забыла написать. Я себе тогда сыр, а ты себе да. Это будешь. Подождите, на топы. У нее будет, мне кажется, жиже, чем у меня, потому что, смотрите, она вау, у нее перелив. Ладно, сейчас мы это все взболтаем и... Ну вот и все, мы сделали смузи, фу, боже мой, гадость. Давай, ну, давай на C-Factor рискнет первым. Нет, мы вместе. Ну ладно. Подождите. Она заедет все. Давай.
Говно. Я лучше без очков. Давай. У тебя как? Вот шоколадом пахнет. Это конфеты. Пробовал? Он сладенький. Он вот эти куски. Ладно. И он такой немного остренький. Я боюсь! Оля, хватит! Да нет уж. Пей. Я попила чуть-чуть. Я боюсь. Ну, попробуй. Давай, Оль. Давай, Оль, я с тобой. И морально, и духовно. Нет, я тебя не буду трогать, просто давай. Давай тогда вместе. Я уже пила. Вместе давай. Нет, давай ты сначала попробуешь. Не, ну да. Давай, я уже мне пробовала. Просто... Мне так спокойнее. Давай. У тебя она не льется. Да она льется, я тебе говорю. Давай. Я не пойду. Оль, вот я попробовала с тобой. Ладно. Оль. Подожди, последний. Оля, сейчас так не буду. Конечно. Мы закрыли дверь? Да, давай, не об этом думаешь. Ну как? Вкусненько? Давай попробуй. Ой, чё у тебя такое это? Невкусно? Нет. Мне кажется, оно у меня более сладкое. Попробуй. Оно более сладкое, да? Да. У тебя перец. Но он острый, но, блин. Он сладкий. У тебя... Да мне тоже. Я не могу есть. В общем, говно. Что-то у меня живот заболел. Он противный на вкус. Всем пока.